Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить «Чужой против хищника». Все так же пытаемся выбраться из построек этих поганых людишек. Вернуться к себе, к родным жукам домой. Сейчас у нас какая-то огромная шахта, в которую я, судя по всему, должен лезть. Внимание! Эта зона находится под присмотром автоматических пушек часовых. Будьте предельно осторожны. Спасибо за подсказку. Так, лифт. Лифт нам не нужен. Идем еще ниже. Хотя мне пофиг. С такой высоты сверзился, это, блин, обалдеть. Еще пища идет, пища. Подожди. Ой, промах. Пища, мозги. Так, тут у нас огромные вентиляторы и куча охраны. Еще там установка, похоже, стоит, турель. Ну да ладно, пойдем сюда, значит. Буду вас подумать, ваша. Гоняется прямо за мной. What? Make sure it doesn't get by you. If you guys haven't been able to stop it so far, what are you expecting me to do? Just deal with it. We've got bigger problems. Davis, look out! What the hell? Добрый день. Я его убил-то, потому что у него пистолет в руках. А так я не агрессивный. Да. Так, хорошо. Что мне тут делать-то вообще? Всего хорошего. Добрый день. See the gate. Keep it out of the pipes. Так, вернитесь в улей, победите хищника. Ага. Вон он ждет меня. Ждет для честного поединка, похоже. Ой! Дорогая, извини, но ты исключение из правил. Мне нужны твои кишки и мозги. Ой, не ту кнопку нажал. Ну как я мог, а? Блин, зачем я нажал Е, когда Е это же рвет полностью. Ну, значит, у меня шансов особых нет на выживание. Ой. Ладно.
значит, маскировка твоя не особо действует, я смотрю, против нас, чужих. Какие ты неподвижный. Эй, это уже нечестно. Погоди, твою мать! Куда валить? Куда валить? Я не сразу понял, в чем прикол. Бежим? Куда бежать? Я за тобой спрячусь, ладно? Всего хорошего. Никому не рассказывай. Офигеть. Я сначала не понял, главное, думаю, а чё это происходит такое? Забыл, что он, блин, в фильме-то себя сам уничтожался постоянно. Ну да, братень, дыру проделал. Ладно, валим. Блин, ну это было очень легко, честно говоря, с ним драться. Просто беспомощный какой-то был. Пока пушки не начинал стрелять в рукопашную, я его просто, ну как, я не знаю. Просто урабатывал. Так, не похоже туда. Ой, запутался. In the pipes? It's going to get out. Notify Rykov. You said he couldn't get here in time. He can't. Sound the general alarm and send any available security teams down there on the double. We can at least buy some time for the civilian personnel to make it to the shelters. Yes, sir. Activate the distress beacon and notify Gateway. Maybe the pods can hold out until help arrives. I'm routing the security feeds to the monitor banks now. Cut the transmission. I said cut the transmission. I will not let them gloat. I won't give them the satisfaction. Дела. Шесть недель спустя. Понятно. We should hurry. I'm working as fast as I can, Dimitri. If you don't like being out here, why did you volunteer? Yeah, it's dangerous for you to be alone. And I'm supposed to be safer with you? Does Dunya know you're out here? You're losing focus on your work. Uh-huh. Listen, this is all double redundancy. We have two layers of hardware between Zero Current and us. Barring a total software meltdown, we're as safe here as we are inside. What makes you think we're safe inside? There. Good for another 1,000 years. What did you do? That wasn't me. Get inside, now! Oh God. Don't look back! We should get inside. We're closer to Ground Shelter 1. I recommend that we proceed there immediately. I'm not going underground. Офигеть. Так вот как Димка Тупонер. Муженек. Дуни Кулаковой. Xenomorph contaminants confirmed. Please remain in your quarters with doors locked until further notice.
All deck officers have been issued pulse rifles. Report any problems immediately. Так, 6 января приблизительно в 10 вечера система защиты передовых шлюпок была отключена в связи с сбоем в работе программного обеспечения. Данные указаны на несколько ксеноморфов, проникших в шлюпки во время 15 минут подключения системы. В данных сообщениях также упоминается о потере археологического отряда Омега, работавшего на месте раскопок Ю-12 возле улья ксеноморфов. Мы полагаем, что задание по спасению этих людей, операция под кодовым названием «Спаситель», отвлекла службу охраны от более серьезной угрозы. То есть хана вам, ребята, я сейчас вас рвать буду просто. Потом и речь. Ой. Я думаю, что он вверх ногами стоит. Все, ребятушки, это для вас плохо кончится. Не палимся. Раньше времени, по крайней мере. Так, ну сюда. Все, я уже здоровый ксеноморф. Здоровенный. Хорошо. Братиш. Так, вылезай. Захват. Ну ладно. Один справлюсь. Так, не сюда ли? Говоря, иду, куда глаза глядят. Ну, вроде правильно. Только хотел сказать, как же мне достал этот звук тревоги, и она выключилась. Добрый день! Ой. Так, давай мозги. Так, что мы тут делаем? Освободить искусственный улей, понятно. Я понимаю, что вот глобальная цель это хорошо, но вот что именно сейчас мне нужно делать? Могли бы уточнить. Так, ладно. Найдем, куда идти, не проблема. Опа-на. Какой-то здоровенный. Подожди, это же Придален. Нужно его выпустить как-нибудь. Ну вот как? Так, похоже.
сдаваться начну. Давай, братюнь, порви их за меня. Я надеюсь, он не будет слишком агрессивен по отношению ко мне. Потому что мы все-таки как бы собратья. Отчасти. Так, ладно, что дальше? Все хорошо, конечно. Мне что, обратно возвращаться? Ну, судя по всему, да. Торпеда-то наша. Ой, будь здоров, спасибо. Ой, будь здоров, дважды спасибо. Так, короче, оттуда он вышел. Похоже, что. Да-да-да-да-да. Узнаю родного брата Колю. Тут я был. Оттуда я открыл. И потом он проделал здоровенную дырку вот в этой двери и вот в этой двери. Причем эта дверь, смотрите, какая толстая. Вот это силище, да? Так, ну и теперь он ушел на встречу с морским пехотинцем из компании того. Medical teams, please report. Operation Savior is now at yellow status. All marine personnel report to Major McCain for rescue briefings. Уже на улицу. Но нам на улицу-то, в принципе, не очень не нужно. Так, подожди, блин, что ты так быстро бегаешь? Понятно. Безопасно ли сегодняшнее путешествие в космосе? Джигурды не видать? Скучно. Просто нет. Так, хорошо. Ой, тихо. Не падай. Я так путаюсь. Блин, куда мне идти? Твою дивизию. Тут он туда, по-моему. Вышли вроде. Хорошо. Attention all personnel. Please be advised that pod 2 has been placed on red alert status. Xenomorph contaminant confirmed. Command, this is Dr. Eisenberg. What is the situation with the contaminants? We're still tracking one creature, but we think it's isolated in the maintenance system. You think it's isolated? No, of course not. Да. Тихо гравием шурша, едет крыша не спеша. А вот и рыком с дуни кулаковой. Смотри, обложился. We got a survivor.
I didn't have a choice. What the hell is that? Да. Похоже, пережил он далеко не самые приятные моменты. What is wrong with you? Get up. Крыша у него поехала довольно серьезно. Get up, coward. Are the teams in position? Is the marine rescue prepared? Yes, the teams are ready. Are you? We have work to do. Да. О, Айзенберг, оказывается, тот еще, блин, психопат. Жрал людей, ну, чтобы прокормиться, видимо. Я так понял, что это он их там поедал. Ну, ладно. В принципе, ладно, на этом, я думаю, завершим эту серию. В следующий будем дальше пытаться освободить искусственный улей. Но пока что это все. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.